Всем здорово, ребят! Ну что, мы на аккаунте сегодня моего подписчика Петра, и у нас будет сегодня, как обычно, в последнее время расстановочка и талантов, и чарок. У нас, ну, судя по тому, что вы видите, драконов здесь топовый аккаунт, 374к силы у него, в принципе, немало, почти уже 450к задоненных самоцветов. Ну, неплохо, неплохо. Так, окей. Поехали, смотрим, что там у нас вообще творится в алтаре. У него есть, кому нету. 89 оккультиста нету. Да, нету только одного недостающего героя. Кстати, что там у нас сегодня? Печаль, печаль на русском сервере. Ну, кстати, зефирку собрать на русском сервере очень дешево можно. Так, находится он в гильдии Синдрия. Кидайте заявочки, вступайте. Первые, вторые места битва гильдии Атака Фортов. Вступление в гильдию строго с наличием WhatsApp. Вот так вот, телефончики на экране. Атака Фортов в 20:00. Кидайте заявочки, вступайте. А мы поехали. Посмотрим, что у него тут творится на аккаунте интересного. Вот тут, я думаю, все топово расставлено, поэтому вряд ли мы долго тут будем что-то ролить. Так, ну, маскировка, в принципе, как вариант, пока у него нету скина, как вариант, да. Овник хорош, Роза хороша, Рэй отлично. Что еще надо на таком аккаунте? Я не знаю, что мы тут сейчас ролить будем. Это чисто роллинг-троллинг. Так, вот здесь вот ложный сюда сонада. Так, махатмушка. В принципе, хороша. Космо. Ну, идеальный вариант. Так, Анубис хорош. Минотавр. Ну, в принципе, ремки хватает. Эмблема маскировка. Если используешь, почему бы и нет. Так, хорошо, отлично, отлично. Исцеления нету, есть воодушевление, интересно, интересно. Вот исцеление уже надо нам выбить. Так, Ронины хороши. Рину топчик. В общем, у нас тут не особо много, возможно, по чаркам сейчас больше будет заморочек. Так, Асурик с Бастом, в принципе, вариант у меня тоже такой есть, хороший. Утекание. Бугич вообще отлично. Свалин тоже неплохо. Так, Вольт. Дашка стоит. Не, Пакт стоит. Сливной вариант. А вот есть Седнушка, он вторую качает ССО. А вот насчет тыквы интересно, интересно. Дальше у нас так пошли уже допы. Еще один огник подрастает. Так, ну все, дальше у нас уже сборная солянка пошла. Окей, надо посмотреть, сейчас будет под архидемона еще героев. Что у него есть? Я смотрю, стрелок у него один. Такс, 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 такс. Ведьмы не вижу. Укротителя, да, на архидемона у него героя. На архи надо. Так, хорошо. Ну, идем посмотрим, что у него по чаркам делается. Топовые чарки, в принципе. Лирия. Ран. По максимуму натащил священного суда. Без эволюций. Так, хорошо. Ну что, поехали, попробуем. Попробуем. Странно, странно. На таком аккаунте, да, исцеления нету, не поверю. Да, есть исцеление. А чё? Чё он держит? Ну, по локациям посмотреть. 840. Нормально все. Это он не проходил еще. Странно. Почему так? Ну, однозначно исцеление надо качать.
тыковка с водушкой на девятку. Может, у него там исцеление девятое есть? А, тут восьмое есть. Ну, тогда понятно все. Хорошо. Ну, поехали. Хотя бы попробуем что-то вытащить ему. Так, у него пиромаги с чарками есть. Это хорошо. Да, ему надо таланты смотрителей. Ожог, ну, бессмысленно кому-то ставить на таком аккаунте ожива. У него тут все равно все пятерки. Поэтому я думаю, это бессмысленно такие таланты даже сохранять. Ремка, но здесь нету. На купидончика. Пусть валяется. Так, самоуничтожение однозначно нет. СУшку. Ну, бессмысленно на таком аккаунте такие таланты кому-то ставить. Разброс тоже не надо. Огненная защита. Вот это интересней. Так, с огненка Махатма у нас есть. Как вариант. Ну, с Валину тоже нету смысла. Асура не будет тащить. ПБшка у нас уже с огненкой вкачанной. Ирина тоже есть. Этот есть. Анубис. Ворожей. Тоже топовый. Так, Бугич. Можно, кстати, Некросу на смотрителя поставить. Как вариант. Ну, тут, конечно, одни и те же допы, смотрю. Тут везде пятерки. Будем выставлять уже так, чисто по нужде. Некрос, да? Где там его Некрос? Что я его... А, вот. Он с огненкой уже тоже. Ну, поставим. Я не знаю, какой смысл здесь... Вот этого таланта лучше уже пусть будет огненка, потом докачает. Как вариант, намного лучше. Так, замедление не надо. Утекание тоже не надо никому. Жесть, одни огненные защиты падают. Так. Тут куча одинаковых героев еще есть. Это так, нету никому ставить. Я хочу посмотреть таланты все-таки. Попробовать словить на маскировка. Многие там писали насчет маскировки, что вот зачем ты там слил, я был выставлял. Это бесполезный талант, как по мне. Эмблемой, да, на битву гильдии, и то не всем героям. Ребята вкачивают, потом жалеются. Так, бастиончик, отлично. Кому баст, кому баст. Рогатки, кстати, неплохо бастион заходит. Ну, у многих скинов нету. И это плохо. Так, гнев бесполезный, самоуничтожение. Что-то, кстати, последнее время реально очень плохо начали падать талантики. Ради книг поставим. Так, замедление. Где таланты смотрителя? Вот самое интересное, это таланты смотрителя. Изворот. Изворот. Ставим сюда. Вместо ожива. И сразу же нам приходит ожива следующий. Так, ну ожива. Ой, я у него тут на малыша Ника поставил новый талант. Да, надо ему скины однозначно. Много героев качанных, но по сути просто без, как вторые герои, как повторки. Так. Да, лучше баст будет. Блин, вот у него прет на замедление. Это просто жесть. Жесть.
Что это за фигня? Одни замедления падают. А дайте уже таланты смотрителя хотя бы пару штук. Так, огонь жизни. Ну, это будет однозначно лучше уже, чем то. Просветик. Ну, я кину так, он потом просто ради книг, разве что. Ну, бессмысленно, я же говорю. Я думал, здесь печаль по талантам. Здесь таланты хорошие на аккаунте. Мы сейчас просто впустую потратим коробки. Ну, все-таки он просил. Поэтому сделаем до 100. Дальше, ну, я не вижу. Замедление просто жесть. Лучше чары посмотрим. Может, чар что-то интересное выпадет. Опять баст. Ну, какой-то, блин, заколдованный аккаунт. Если не то, то то падает. Так, тут угник у нас баст, баст. Офигеть. У меня на английском я сегодня у себя ролил. Довольно-таки неплохо падают. О, наконец-то римочка, отлично. Так, Купидон у него один. Так, надо нам отрыть Атланта и Купидона. Атлант однозначно должен быть ремочный. Есть. Ну и я думаю, следующим на кубчика поставим. Вместо Берса. Я тоже улыбала, некоторые спрашивают, зачем ты Купидона на бездонате используешь? Блин, да Купидон самый обалденный с таких героев, который реально может помочь без донату пройти нормально подземки, ускориться, если у вас тыковка там, либо героя не рем, без ремок. Блин, жесть, живо, замедление. Да капец какой-то. Это какой-то заколдованный аккаунт на эти таланты. Опять изворот. Ну куда его цеплять? Он бессмысленный. То же самое, тяжелый удар. Рожок у него уже прокачан. Бог войны не актуален. А живо нафиг надо. Ну видите, просто тупо впустую сливаем. Опять замедление. Дар жизни. Ну тоже такое себе. Не особо интересное. Опять замедление. Да ну нафиг. Опять ТВ-шка. Самоуничтожение. То чувство, когда на аккаунте. Ну хоть просветы падают. Вот это хоть радует. Какие-то книги-то пусть будет себе. Ну это просто аут, ребят. Ну это бессмысленный слив, поэтому я не буду дальше заморачиваться, у него и так герои с хорошими талантами. Самое интересное, что мы не вытащили ни одного таланта смотрителя. Мы там сколько у нас коробок было? 100 с чем-то, 180, если я не ошибаюсь. О, СО. Наконец-то хоть что-то упало более-менее нормальное. А кому его лепить, я даже не знаю, потому что тут СО уже прокачано, он качает героя. Там где-то есть, там не надо, там другой талант стоит, его сливать прокачанный тоже неохота. В общем, оставим это СУ, наверное, так как есть, возможно, он потом посмотрит, поменяет. На это и докачает. Ну, я не знаю, зачем качать пару героев, тем более со скинами. Все равно на практике ты их всех использовать не будешь. Практика такова. В общем, ладно, поехали лучше чарки посмотрим. Я думаю, более интересно будет. Так, священный суд у него. Я так понял, у него тут священного суда на всех героев хватает. Так, давайте в самое начало. Так, священный суд. Короче, всем, кому не лень, их налепил. В принципе, с одной стороны, тоже нормально. Не заморачиваешься. Так, здесь у нас... Здесь можно тоже поменять. О, недомогание, отлично. Это мне больше нравится. Так, это знаете, кому хорошо? Это хорошо тем, кто будет на ПВП-локациях тащить. Тащеров не так уж и много. Ну, не знаю, огник.
У него дефный вариант, не хотелось бы сливать. Так, на Фрейе стоит. Блин, вот плохо, что нельзя на некоторых героев цеплять по два там, либо для каждого свою чарку. Он, конечно, везде налепил этих талантов, но они не везде нужны. Здесь вот, например, точно надо не этот. Да, для архи у него, конечно, вообще ничего нету, по сути. Так, тыковка. У него и героя без эволюции мало. Поэтому мы тоже тут мало что придумаем. Так, ну, для Хрона... Опять же, я не знаю, где какого героя он использует. Тоже, знаете, сложно так выставлять. Я бы, например, вот сюда поставил недомогание на PvP локациях. Это очень полезная вещь. Стрелку на архе надо бегать. То есть тут такой вариант. Здесь священный суд. Здесь лучше вот так вот сделаем. Да, мы немножко выбираем деф, но на PvP локациях он будет его использовать. И все-таки это очень большой плюс будет в борьбе с некоторыми героями. Даже на той же самой битве гильдии в дефе, либо в атаке. То есть надо подходить к этому так. Не всегда хорошо, когда у вас герой будет заточен под одну локацию. Так не должно быть. Опять недомогание. Ну, надо пятерки только ставить. Нету смысла. Вот опять недомогание. И опять смотрим. Хранитель леса. Классная, конечно, тема, но не для этого героя. Лучше все-таки поставить. Ну, конечно, тут нафигачил. Вот здесь, например, ему тоже бессмысленно. Пусть лучше на нем, так как он соживой, будет недомогание. Его так и так сольют, либо он сольется на отражалке. А вот больше пользы будет, когда он на кого-то накинет невозможность отхила, и вот это будет намного лучше. Так, мастер клинка, это мы поставим на укротителя. И у него многие герои без эволюции еще, поэтому чарки тоже бессмысленно на таких аккаунтах ролить. Надо, чтобы было больше героев, потому что это все равно будет... Опять же, тупой слив ресурсов. В общем, здесь не так все плохо, но надо еще поработать над эволюциями. Мало очень эволюций для талантов. Это вроде неплохо, а вот с чарами однозначно надо. Вот здесь вот хранитель леса неплохо был бы, либо новая чарка. Ослеплялку кину. Все равно Тесса не настолько востребована. Нет, а мы впустую просто сольем. Неохота мне это делать. В общем, вот такой вот аккаунт, ребят. Пишите комменты, что вы думаете. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Надеюсь, мы еще вернемся когда-то к этому аккаунту, потому что тут есть над чем работать, но надо больше эволюции. Всем удачи, всем пока.